То есть, да, еще раз уже Фьероса нету. Ну, тут такое, что у нас некоторые договоры не нападения куда-нибудь. А тут только этот, вот этот альянс. Сюда они не могут добраться, да и. Ну, судью, ну как. Просто объединение Юнайтед какое-то там. И тут люди был рати. Ну вот они уже. То есть, когда он сейчас дожит, что он под коммуни. Ну, навряд ли, конечно, если со с нами с вами. Со всеми еще ну, нету готовности. На несколько линкоров хотя бы. Ну и тогда все на полностью уже на рейхе. Да тут псилон очень сильный. То есть, скорее всего, что тут и. Ну игра без Антара надо такой интересно. Как-то случайно она вырубилась. Ну там, да, ну. Можно, в принципе, вот это, если приловчиться, то вот это с низкой гравитацией. Ну, в принципе, оно так и как бы, по логике, вернее, выходит. Ну, нормальная гравитация, низкая, типа у Булрати большие планеты, высокая гравитация. Если компьютер учитывал, то, ну, какие конфликты у нас противоположные полярные. И большие планеты с большой гравитацией. Ну, они больше чаще размера. А нам планеты низкой гравитации. Ну они тоже могут большие, это просто плоскость еще внутри, какое ядро. Ну и так же самое вот эти, как можно только сказать, что остров Мора, ну космический, Эдем, микроша Эдем, что тут компетентные, а стоимость геоносится четверть триллиона, а обычные там автофабрики 400, ну почти триллиона, да. Чтоб сюда, например, купить. Что мы 3-2-1, 3-2-1. Ну, прирост какой-то 5 населения. А тут с 2 9 сразу дают. Если это 2 пара юнитов, то 9. А там 5. Почти вдвое больше. А там 5, а тут 3. Ну тут там тоже почти было. Вдвое, да. Но тут есть, допустим, сразу кварц плюс 2 лярда проявился. Ну это констракция. И плюс юнит, они уже 4 будут давать. Юнит и кварц и геоносис еще 6, а там 5, например, выходит. Ну если юнит и автофабрика 5 выходит. Ну без кварца да меньше, но то 2 юнита уже типа. Плюс 2, 8 мегаюнитов, ну типа миллионов населения. А тут 6. Ну то есть если тут снимать кого-то, то все время будет типа 5 оставаться. Ну например, если это 6 оставалось. А тут, допустим, в этом в науке 1 и 2 и 3, например. Или по 3, 1, 3, 3. 7 и 8 еще будет взлетать. То есть оптимальный. Так это Эдем уже прокачан. То есть планета тяжело прокачана. Ну тут биом терраформе тут не нужен. То есть планета на терраформе. Не нужен терраформе. Он как Леди Баг. А вот Леди Баг вот сейчас вот можно сравнить. Вот тут Микроса, а Леди Баг. Вот океанический. Ну почти Эдем. На аватаре. Ну не. Тоже Микроса. Ну тут. Количество и населения 7 из 8. Ну и относительно быстро развеется. И такая же самая практически. 15, а тут через 8 туров космопортов населения. Ну, можно. Подускорить. У нас через тур будет Астро университет. Ну правда общий 165 169. А этот Леди Баг, ну это богатый засушенный, он тоже наверное храм. Но не прироста нету, да и тут нету смысла. Ну, пару юнитов там. Уже они нарастут от туров 20, а то и больше. Если убрать там
много. 59, 30, 15, то есть 3 юнита там можно даже найти, сколько, не знаю. 3, ну где около 15. 24, даже не 15. 20 туров там, ну, против 7 туров там-то. Даже, ну, смысл какой-то. И все, утилизатрон доступен, допустим, 25. Ну, то есть, вначале, когда при... Как я сказал, в самом начале игры надо понять, как планеты будут развиваться и что, как вам надо. А мы, ну, немного более спонтанно, как-то. Ну, правда, что, ну, мы как бы лучше набирали. Персеус. Крупный. Подходящая гравитация. А этот Персеус. Нормальная гравитация, на минимум меньше. Богато был там тундер сколько. Остала аватария. Ну, Эдем практически типа. Полутропики такие. Можно еще на класс, например. Предел сока там населения. 12. А, ну это второго, 12 плюс 2, да. Это. А тут. 13, тут сожрали юнит, получилось. Ну, должно быть 14, съели 13. Ну, если биом поднять, а, это биом, да, если биом поднять, то будет, может, 15-17. Ну, не говорить. Ну, еще 16. Это там, вот это. Ну, может показать, что 15. Ну, возможно, что органически 16. Колониальный корабль. А нам непонятно, куда мы его собрали. А чё Персей, а тут тундрик. Здесь эсминец, здесь этого тут. А мы его уже колонизируем. Вот этот автофабрик. 3-2-1 на Тундрикс. 3-2-1. Но там третий также 3-2-1. Для этого должен больше. Ну тут эта планета пока типа занимается. Но здесь еще можно такую же. Но тут высокая гравитация, большая, богатая. Тут надо, ну, вложить в антигравы. Или в какую-то, ну, дефенс какой-то. И потом туда только население. Да. Можно, кстати... Ну, тут, да, он не будет вообще, он только на себя. Скорее всего, он прыгнет, и население начнет сдохнуть. Ну, что, у него 0,5, у него единичка требуется, 0,5. Ну, он на себя будет работать, и все тут производство. А ну можно в принципе автофабрику купить, но население больше не прибавит. Что нечем кормить. Ну вот до гидропоники. Гидропоника плюс один. Населятор, да. Такой типа. Сложно, наверное. Ну. А здесь. Еще радиоактивно. Ну. Чуть-чуть лучше. Можно вот это. Но на население единичка, плюс это, надо все покупать. Жратву сначала, а потом продовольствие откроется, когда шариковое, хотя бы, когда убрать это радиоактивное, поставить экран планетарный. То есть, а что, куда, блин, непонятно, это мы производим, оно, наверное, туда... В море опасает. Здесь. Куча флотов там. Да, если не полезут. Туговато. Нужно было фрегатов кучу.